Мастер Студии, и всем знаем Блоком Гоу. И сегодня я играю с подписчиками, и у нас сегодня будет вторая, третья часть Битва Скинов. Третья часть у нас была вчера, поэтому, кто не смотрел Битву Скинов, посмотрите обязательно первую часть или вторую. В общем, посмотрите первую часть. Вы все узнаете, вообще там битва моделей, там типа будет сцена такая большая, и там будут оценивать, да, скажем, у кого лучше скин, а потом будет победитель у нас. Очень крутой конкурс, не знаю, что будет выигрывать, но мне нравится снимать видео, так они популярные, поэтому погнали просмотр ролика. В общем, первый участник — это у нас будет Ботан, так я думаю, с него приходится нам начинать. Оцениваем Ботана. 10 из 10. Так, я думаю, что 9 из 10. Так, я тоже думаю. А тут он поставил 9, тоже 9 из 10. Потому что пиздец он большой. Мы сам не понял, конечно, но мы проголосовали. Теперь следующий участник. Второй у нас участник — это будет у нас Атрикс. Давайте мы сейчас посмотрим. 70, 80. А я думаю, что где-то 80, тоже думаю. Нет, я 80 поставил. Я просто случайно перепутался. Поспешил немного. Ну все, значит, давайте следующим участникам. В общем, мы оценили все 9 из 10. Я думаю тоже. Я думаю, что вот скин, я думаю, 10. Потому что посмотри, какой он крутой скин, шлем, все такое у него, наушники. Да, наушники. Ну что, давайте следующий. У нас будет Илья играть. Сейчас у нас Илья. Вот и, кстати, он. Оцениваем Илью. Вот. Давай. Я думаю, что скин у него, скажем, крутой. Я думаю, что вот где-то 9. У меня 5 топов. Значит, теперь давайте 70 поставлю. 8 тут поставили. И 9 из 10 я поставлю. Отлично. Следующий участник у нас Копылан. Может, неправильно произошло. 9 из 10. Я поставлю ему 8 из 10. Хотя, вот и 7 из 10 поставим. Меньше никогда не было. А вот 6 из 10. И 7 из 10. Ну ладно. Начнем справить чуть-чуть. Как я думаю. Ну что, а мы возьмем следующий участник. Почему голосуем за кота, как видите? Ой, 77 мы поставили. Я думаю, что он поставит где-то 80, я думаю. А он поставил 5 из 10. Почему так долго? Ну, теперь думаю, что... Ну, здесь не все, потому что кто-то так не себя броню. Кто-то в броне, я не знаю почему. У кого-то тут на Вики. Ну, я думаю, что у нас уже много, как видите, участников, на бумажке у меня много. Поэтому думаю, что надо подсчитывать результат. Я сейчас буду считать. В общем, у нас, как видите, опять чуть-чуть сравнялся. У нас Ботан и Давид сразу одинаковые почему-то. И поэтому пришлось опять голосование делать. Это не оценивает. Приходится мне. Вернемся. Тоже лучше. Ботан. Один голос за Ботана. Давид. Ну что, давайте посмотрим, кто еще. Давайте еще один. Давайте еще один голос. Давид. Короче, у нас Давид победил. Потому что я проголосовал. Еще Ботан. Нет, это еще не конец. У нас два раза. У нас два, как они опять сравняли. Видимо, я вот считаю.
Ставим. Давид. Давид. Я думаю, это очень тяжелый вопрос на самом деле. Что лучше? Давайте тогда... Я не знаю, за кого вообще проголосовать. За Давида или это? Подумаю. Я сейчас согласую за Давида. Вот они смотрят, я тоже прикольный скин. Вот это, ну, собака. Какая она упоротая на самом деле. И поэтому Давид у нас победил. Давид, ты где? Тут? Ладно, сейчас найдем. Почему походу произошел баг? Про Дэвид. Короче, он летает в воздухе, поэтому он не сможет прийти, конечно, хотя победный танец. Подумал, что пора заканчивать. Я просто проголосовал за... Они хотя бы равняются. Почему так всегда равняются? Поэтому как бы первый, второй. Это слишком трудно рисовать, так что... Ну, так что сейчас я посчитаю и скажу. В общем, Давид занял первое место, Батан второе, а третье и я. Это было легко. Это скины. Но я потому что проголосовал, поэтому победил, но на самом деле у них сломялись. Я посчитал раз-два, раз-два. Поэтому у них скины. Если что, я какую-то ошибку сделал, пишите в комментариях. В общем, мне как-то непонятно, я запутался, поэтому напишите в комментариях. Кто победил, Батан или Давид? И опять столкнули. Мне кажется, было здесь. Всем пока. Да, это реально какое-то решение было у меня. Поэтому не пишите комментарии. Ну, кстати, у нас еще будет последняя часть. Это у нас предпоследняя, которая будет последняя. Всем пока. Я думаю, что победила дружба, ведь они оба, так скажем, у них оба хорошие скины. Спасибо огромное, что посмотрели ролик. Ставьте лайк, подпишитесь на канал. Спасибо.